Мы продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Ну и выпуск начнем с подробностей по делу о гибели молодой женщины в Караганде во время прыжка с высотки на тарзанке. Задержан инструктор аттракциона. Об этом сообщили в департаменте полиции. Мужчину подозревают в нарушении техники безопасности. Напомню, трагедия произошла в минувшее воскресенье. Падая с 30-метровой высоты, женщина ударилась о бетонную конструкцию на земле. На кадрах камеры наблюдения видно, что трос не успели зафиксировать. С тяжелой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Там экстренно прооперировали, но спасти, увы, не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Организаторам смертельного прыжка грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. В ходе расследования сотрудниками полиции установлен 32-летний инструктор аттракциона, который грубо нарушил правила безопасности. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания. В Актюбинской области на 91 миллион тенге оштрафовали нарушителей карантина. С начала года мониторинговые группы и полицейские выписали 912 штрафов. По-прежнему чаще всего предписания санитарных врачей игнорируют в ресторанах, магазинах и торговых домах. Только за последнюю неделю проверяющие выявили 7 нарушений. За проведение торжественных мероприятий оштрафовали владельцев ресторана и базы отдыха. В списках нарушителей также несколько торговых домов, причем рестораны и один из торговых объектов попались на нарушениях дважды за неделю. Ну и теперь об эпидситуации. В нашей стране продолжает снижаться уровень заболеваемости ковидом. За прошедшие сутки медики выявили 1499 заболевших с положительным ПЦР. Это на 218 инфицированных меньше, чем днем ранее. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 907 140 заболевших коронавирусом. Более 53 тысяч человек продолжают получать лечение, 684 из которых в тяжелом состоянии. Тем временем в столице ковидом стали чаще болеть дети. 303 класса, 88 столичных школ продолжают оставаться на карантине. Об этом сегодня на брифинге в СЦК рассказала главный санврач Нурсултана. Сархат Бейсенова отметила, что с начала учебного года ковидом заболели свыше 2200 школьников. При этом более половины из них уже выздоровели и вернулись к офлайн занятиям. 43% от общей заболеваемости школьников приходится на детей с 3 по 8 классы. В структуре заболеваемости COVID-19 взрослое население составляет 79,7%. Из них 20,3% приходится на возраст 30-39 лет, 27,8% на 40-59 лет и 20,1% на возрастную категорию 18-29 лет. В 11,5% болеют лица старше 60 лет. В сентябре увеличился удельный вес инфицированных детей с 16% до 24,3%, подростков с 2,5% до 5,4%, доля болеющих школьников выросла с 2,3% до 20%. А несмотря на улучшение эпидситуации, в столице продолжают работать 7 инфекционных стационаров. Рассчитаны они на 990 коек. Лечиться там продолжают 578 человек. В отделении реанимации находится 56 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек. На этой неделе мы закрываем ковидный стационар на базе многопрофильной городской больницы номер 1, в которой будет возобновлена плановая госпитализация в круглосуточной и дневной стационары. Данная городская больница в начале июля текущего года была перепрофилирована под инфекционный стационар на 600 коек. Но, тем не менее, постепенно стабилизируется ситуация с ковидом в Алматы. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба. Я напомню, мегаполис на протяжении нескольких месяцев остается в антилидерах по ежесуточному приросту инфицированных. Так, за последние сутки в городе зарегистрировали 238 случаев КВИ. Это на почти на 90 фактов меньше, чем днем ранее. Индекс заболеваемости за неделю там снизился с 94 до 89. И в первую очередь специалисты связывают это с вакцинацией населения.
По данным департамента санэпидконтроля, иммунизированная прослойка населения Алматы составила почти 53%. Первым компонентом привились уже 968 тысяч алматинцев, вторым чуть меньше – 885 тысяч. В инфекционных стационарах лечение сейчас получают 565 больных, из них 61 ребенок. И сейчас на своих экранах вы увидите последние данные от Минздрава по вакцинации в целом по республике. Вот первым компонентом на сегодняшний день привились почти 7 миллионов 885 тысяч человек. Полностью прошли иммунизацию порядка 7 миллионов соотечественников. Прививать третьей дозой вакцины людей с ослабленным иммунитетом впервые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Стандартной двухкомпонентной вакцинации в их случае может быть недостаточно, поэтому они рискуют переболеть коронавирусом в тяжелой форме. Консультативная группа экспертов также заявила, что людям старше 60 лет тоже следует вакцинироваться в третий раз, но только в том случае, если они получили обе дозы китайского препарата Синовак или Синофарм. Ряд исследований в Латинской Америке показал, что в старших возрастных группах эти вакцины со временем работают менее эффективно. В целом эксперты ВОЗа рекомендуют вначале привить всех пожилых, а уже потом переходить к вакцинации бустером. Добавлю, ранее специалист организации здравоохранения по иммунизации Ан Линстранд заявила, что сейчас нет достаточных свидетельств тому, что вакцинированным нужны бустерные дозы. А в США ситуация с коронавирусом может ухудшиться с наступлением зимы. Об этом предупреждают местные эксперты. Согласно вот данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в сутки в Штатах фиксируют до 97 тысяч новых заражений. Это почти наполовину ниже уровня заболеваемости в прошлом месяце. Однако, несмотря на общую стабилизацию, в некоторых регионах вновь идет рост заражений. А именно в штатах Монтана, Колорадо, Мичиган и Пенсильвания. Эксперты связывают это с низкими темпами вакцинации. И всего же на сегодня в США полную вакцинацию от коронавируса прошли 57 американцев. Это почти 200 миллионов человек. Эпидемиологическая ситуация на сегодня, конечно, улучшилась по сравнению с другими месяцами. Несмотря на это, нам нужно сохранять бдительность и соблюдать все правила предосторожности. Необходимо помнить опыт прошлого года, когда опасность роста заболеваемости росла с наступлением холодов. Именно поэтому очень важно пройти вакцинацию и обезопасить близких. Я поддерживаю вакцинацию против коронавируса, потому что после иммунизации мы можем посещать рестораны и свободно перемещаться. В Перу приступили к вакцинации молодых людей в возрасте 18 лет. Власти заявили, что прививочная кампания этой возрастной группы препаратом AstraZeneca первоначально будет проводиться в нескольких регионах. По словам министра здравоохранения Эрнандо Севаллоса, который участвовал в старте кампании вакцинации в столице страны Лиме, за последнюю неделю прививки получили более 1,5 миллиона человек. Он добавил, что в настоящее время вакцинировано почти 47% населения Перу. Я боялся делать прививку. Я приехал сюда, и мне было страшно. Но, честно говоря, укол прошел нормально. Ничего страшного. Я счастлив. Это моя первая доза. Так что берегите свое здоровье и своей семьи. Съездите в ближайший прививочный пункт. Продолжаем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна полна решимости устранить угрозы, исходящие из севера Сирии, источника террористических атак. Речь идет о военных подразделениях Рабочей партии Курдистана. В телеобращении Эрдоган заявил, цитирую, «вылазки, нацеленные на турецкие земли, переполнили чашу терпения». Конец цитаты. Я напомню, ранее в результате ракетного обстрела на севере Сирии погибли двое турецких военных. Еще несколько спецназовцев получили ранения. В ответ на это нападение вооруженные силы Турции провели операцию, во время которой ликвидировали 5 членов Рабочей партии Курдистана. 2 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета рядом со школой в американском городе Сан-Диего. Еще 2 доставили в больницу. Воздушное судно врезалось в 2 жилых дома, после чего начался сильный пожар. Сообщается, что сгорело также несколько автомобилей. Самолет направлялся в штат Аризона, но из-за проблем с двигателем вынужден был запросить посадку в ближайшем аэропорту.
От падения самолет разбился на несколько частей. Одну часть мы обнаружили на заднем дворе одного из домов. После падения загорелись автомобили. Причину крушения самолета нам еще предстоит выяснить. Сейчас мы ждем прибытия официальных лиц для начала расследования. Почти 2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся наводнений. В китайской провинции Шаньси людей эвакуируют во временные убежища. По последней информации, жертвами стихии стали 15 человек. Отмечу, проливные дожди в северной провинции Шаньси начались еще на прошлой неделе. Местами они привели к оползням. Подтопления коснулись более 70 уездов провинции. А вот о том, какая погода в нашей стране будет, в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение. Гололедица ожидается в столице, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В некоторых районах прогнозируют туман, усиление ветра. В Карагандинском, Восточно-Казахстанском и Алматинском регионах возможны дожди и снег. В Жамбылской области град. Ветер усилится на территории практически всей республики. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях метеорологи предупреждают о пыльных бурях. И еще о событиях в Казахстане. Правительству не удается вернуть инфляцию в установленный коридор. Несмотря на сезонное снижение цен на овощи и фрукты, по итогам сентября показатель составил 8,9%. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава Нацбанка Ермулат Дусаев. Я напомню, верхней границей инфляции определен показатель 8,5%. По словам руководителя профильного ведомства, на нее влияют как внешние, так и внутренние факторы. Основной вклад внутри страны вносит продовольствие. Продовольственная инфляция, которая за месяц ускорилась до 11,5% из-за роста цен на мясо, растительные масла и сахар. Также сказывается зависимость от импорта, отметил Дусаев. К примеру, 40% товаров в нашу страну ввозится из России. В этой стране инфляция достигла, как отметил председатель нашего Нацбанка, рекордных значений 7,4%. Однако, несмотря на все это, нацэкономика Казахстана демонстрирует рост. Об этом заявил глава Кабмина Аскар Мамин. По итогам 9 месяцев рост ВВП ускорился до 3,4%. И среди отраслей высокие темпы показывают строительство, торговля и обрабатывающая промышленность. Национальная экономика демонстрирует уверенный рост. По итогам 9 месяцев ВВП ускорился до 3,4%. Ключевым драйвером стал стабильный рост в реальном секторе. Объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. В том числе рост отмечается в машиностроении. Увеличилось производство локомотивов и вагонов, стройматериалов, наблюдается динамика фармацевтики, изготовления пластмассовых изделий, производстве одежды, мебели, металлических изделий. Сегодня на заседании правительства также утвердили национальные проекты развития. Их представили министры нацэкономики, сельского хозяйства, экологии, цифрового развития, образования, здравоохранения, а также информации и общественного развития. Сегодня рассмотрены национальные проекты, которые 24 сентября концептуально одобрены главой государства на заседании Высшего совета по реформам. Предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям президента и задачам, поставленным в предвыборной программе партии «Нур-Отан». Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев. В Талдыкургане большинство людей с нарушением зрения не владеют азбукой Брайля. Люди испытывают трудности с чтением книг и использованием компьютера. Теперь у них появился шанс освоить метод Брайля намного быстрее. Это поможет им вести активную жизнь в социальных сетях. В городе разработали инновационную платформу обучения и внедряют ее на специальных курсах. Сегодня мы будем проходить с вами букву «Х». Дидар Исханов 15 лет назад прочел последнюю книгу. Из-за проблем со зрением он на эти годы оказался в информационном блоке. В сентябре у него появилась возможность обрести свободу общения. Прошел курсы, сейчас он изучает новый шрифт. И уже в скором времени начнет свободно читать. Через столько лет появилась возможность вновь хотя бы что-то прочесть. Это такое счастье. С удовольствием обучаюсь. Скоро начну классиков читать и хочу обратиться к Корану. Новый шрифт наставники теперь могут наносить не только на бумагу, но и на специальные приспособления, которые напоминают шахматную доску.
На правом руке у меня вот сделано из пластмассы, и 10 символов туда ходят. И вот эти штыки, которые мы втыкаем, неудобно. Его надо вот ногтями брать. А нашим, вот общество инвалидов ДОСК, наши ребята сделали, туда может ходить 72 символа, которые вот втыкаем штыки, удобно. Руки можно взять и вот любую ячейку можно положить. И из первой ячейки на вторую нельзя перепрыгнуть, потому что здесь бортики стоят. Новую разработку поддержали в городском отделе занятости и социальных программ. Сразу набрали курсы. Они пройдут до конца года. По словам преподавателей, курсанты уже скоро самостоятельно смогут читать. Это дает в первую очередь владеть любой информацией в дисплеях, которые можно прикрепить к компьютерам и читать, развиваться, заходить в соцсети, в интернет. Это все доступно с помощью брайльского дисплея, который также, соответственно, состоит из комбинации из 6 точек, которая выходит в ленте и которую можно также прочесть. Теперь разработчики решили пойти дальше. На этой основе научить слушателей курсов считать, а также освоить и английский язык. Гульнар Жантасова, Шыңғыс Халиден, Олжас Байбусынов, Хабар 24, Алматинская область. Как пенсионерам не стать легкой добычей для интернет-мошенников? Этим вопросом озадачились павлодарские студенты. Они организовали бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Но даже и подумать не могли, что это вызовет настоящий ажиотаж. Как на пенсии стать продвинутым пользователем, расскажет Ербол Абишев. Сейчас очень часто могут пользоваться чужими изображениями. Берут картинку из Гугла или Яндекса, подставляют под своим именем. Вот обычно таких людей можно отнести к мошенникам, так как они могут под чужим именем написать вам с какой-либо просьбой или еще с чем-то, сказать: мне нужны деньги, а вы поведетесь на это. На это не надо вестись и надо думать логически. Можно вопрос? А вопросов у старшего поколения много. Понятно, конечно, не все с первого раза. Я убрал опять не ту кнопку, у меня другие кнопки. Но общее представление о современном укладе жизни у пенсионеров вроде сложилось. Наталья Александровна схватывает все на лету. К концу урока интересуется, как избавиться от назойливой рекламы, какими интернет-платформами лучше всего пользоваться и что надо знать, чтобы получать услуги на сайте электронного правительства. Группа собрана с разным немножко уровнем. Кто-то только начинает, кто-то немножечко владеет с компьютером. Но одно могу сказать, что сама идея вот таких доступных курсов цифровой грамотности для людей преклонных лет, это очень важно. Студенты второго курса Игорь и Анастасия имеют опыт работы с пожилыми людьми. Родных бабушку и дедушку научили многому. Задумались, почему бы не провести доступные курсы для всех желающих. В ВУЗе идею поддержали и распланировали расписание занятий на несколько выходных период. Основные запросы – это безопасность в интернете, как не наткнуться на мошенников, потому что они переживают, что их обманут, на них там кредит оформят. Мы им объясняем то, что надо соблюдать простейшие меры безопасности. При соблюдении простейших мер безопасности с ними ничего не произойдет, они будут чувствовать себя уверенно. А желающих жить уверенно в эпоху цифровых технологий непредсказуемо много. Целый день шли на курсы пожилые люди. Сейчас методисты университета разрабатывают специальную образовательную программу, чтобы обучить стариков до уровня активного пользователя интернет-ресурсов. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Дженис Тимербулат из Павлодара, Хабар 24. Мы снова в эфире. Не во всех школах Костанайской области детям доступны обычные уборные. Ученики в селе Соналы, что в Сорокольском районе, продолжают пользоваться уличными туалетами. Сначала уборную внутри не могли запустить из-за отсутствия воды. Школу долгое время не подключали к водопроводу. Ну а когда это все-таки произошло, появилась другая проблема. Какая и что с этим делать будут чиновники от образования, пытался выяснить Артем Грапов. Школа в селе Соналы имеет статус основной. По местным меркам учебное заведение небольшое. Знания здесь получают 39 детей, и еще для 16 малышей тут работает мини-центр. О существовании этой школы наша съемочная группа узнала в конце прошлого учебного года. Снимали материал водоснабжения села. Оказалось, что и в школе нет воды. А потому местные ученики с осени и до весны используют уличный туалет. Всегда, да, в Соналинской школе был туалет на улице? Да, всегда. Плохо, конечно. Особенно в зимнее время. Потому что тяжело детям ходить. Тогда местный аким нас заверил, что водопровод в этой школе появится к началу учебного года. Но по факту воду запустили только через месяц. Но в туалет все равно дети используют уличный.
И все же директор такие изменения называет кардинальными. Она явно гордится коммунальным хозяйством школы. Две емкости по одному кубу. А еще поставили пару кранов и подключили санузел. Впрочем, вода из раковины стекает по-прежнему в ведро. У директора есть объяснение. Туалет потом не работает, потому что не работает еще канализация. Надо почистить нам вот эти трубы канализационные. Угу. Потом только заработает. А вот для чиновников из районного отдела образования этот туалет вполне рабочий. Об этом они отчитались в областное ведомство. Поэтому журналисты получают информацию в таком виде. В Кустанайской области функционирует 477 государственных школ. И на сегодня все 100% оснащены теплыми туалетами. Для этих целей из бюджета было выделено 54,5 миллиона тенге. О ситуации в Сунолинской школе чиновники от образования узнали во время интервью. По вопросу функционирования теплого туалета мы разберемся. Разобраться обещает и местный аким. Сколько лет не работал септик в туалетах. Сейчас будем скрывать. И до начала ноября должны вычистить полностью вот эти трубы канализационные. По срокам все понятно, по деньгам не особо. Эти работы, как и подключение школы к водопроводу, финансируются не государством. Тут нужны спонсоры, а их на момент записи интервью у акима не было. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар 24. В Караганде стартовал республиканский фестиваль театров имени Ашербека Сыгая. Представить свои работы на новой творческой площадке приехали 15 коллективов. Их отобрали из 40 претендентов. В течение недели карагандинцам будут показывать по 2 спектакля в день. А жюри определит лучших по нескольким номинациям. Особый приз подготовили ученики Ашербека Сыгая. Все 15 спектаклей – это свежие постановки театров. Большинство режиссеров – молодые люди. На фестивале они представили пьесы классиков драматургии. Организатор фестиваля, Карагандинский казахский академический драмтеатр имени Сакена Сейфуллина, планирует проводить фестиваль каждые 2 года. Радует то, что наши молодые режиссеры, они полностью не ушли в Европу, не европеизировались, а стараются в каждом спектакле сохранить свой нашу национальную культуру, наш национальный код, фольклорные спектакли очень много и классические произведения. Наши молодые режиссеры сейчас очень смело трактуют новыми режиссерскими какими-то замыслами, формами наши классические произведения, причем не теряя его суть, задачу и так далее, защищая эпоху и так далее. Житель Боснии, воин Кусич, построил дом, который может вращаться вокруг своей оси. Его жилище способно проделывать то же самое, что и избушка Бабы-Яги. Таким образом, сельчанин хотел угодить своей ворчливой жене. Как говорит Кусич, ему надоели постоянные жалобы супруги на однообразный вид из окон. Теперь, если женщина хочет избежать встречи с незваным гостем или наоборот поболтать с соседкой, либо полюбоваться восходом солнца, она может это сделать, изменив только положение жилья. На самой малой скорости. Дом совершает оборот на 360 градусов за 24 часа. На максимальной за 22 секунды. Проектирование и сборка такого дома у 72-летнего мастера-самоучки без специального образования заняли 6 лет. Я пытался консультироваться со строителями и конструкторами, но те только отмахивались. Тогда я создал эскиз устройства в собственной голове. Когда я попал в больницу из-за проблем с сердцем, я попросил врачей продлить мне жизнь хотя бы на год, чтобы завершить начатое. Проект-то был у меня в голове, и если бы этот компьютер отключился, никто не знал бы, как завершить дело. Я же ничего не чертил.